Всем здравствуйте! Кумир миллионов, бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, после своего ухода из жизни оставил много нераскрытых тайн. Печальные события развивались так стремительно, что в это до сих пор не могут поверить ни фанаты, ни семья. Отметим, что супруге музыканта мало что известно, и не просто так. Еще при жизни легендарный исполнитель почти ничего не рассказывал о жене и детях, а еще меньше показывал. Он никогда не публиковал кадры наследников в соцсетях, так как на это была причина. Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто. Мы с супругой приняли решение, что пока детям не исполнится 18 лет, семейные фотографии в публичное пространство выкладывать не будем, успел рассказать Шатунов. Но сейчас, когда любимый человек покинул этот мир, 46-летняя Светлана Шатунова не сдержалась и дала небольшое интервью. Супруга Шатунова рассказала о любимой песне из репертуара мужа. Это трек «А помнишь», который вышел в 2006 году. «Он очень много значит для меня». Также Светлана призналась, что на данный момент не слушает песен Юры. Это очень ранит ее психику. Кроме того, по словам Светланы, на том, чтобы пока не прикасаться к творчеству мужа, настоял ее врач. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. «Надеюсь, оно и правда лечит», – рассказала Светлана. «Сейчас я убрала из нашего дома все фото с супругом и как могу стараюсь держать себя в форме. Нельзя опускать руки, ведь память о Юре никуда не деть. Он навсегда в моем сердце. Сейчас еще нужно заниматься памятником для супруга. Вся работа осуществляется под моим контролем. Нужно так много сделать, все так сразу и не охватишь. Будем стараться учесть и все мнения поклонников Юры. Нужно, чтобы люди, приходя на погост, видели и чувствовали, что их кумир совсем рядом, хотя и так далеко. Будем надеяться, что Светлана Шатунова и в дальнейшем продолжит свое общение с поклонниками легендарного певца. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!